А вы на нос наденьте, пожалуйста. На нос прям, чтобы нос закрыло, а то от вас инфекция. Хорошо, мне не могу, у меня, видите, руки заняты. Вот. Возьмите корзинку. А рука будет занята? Я к вам подойду и надену, если вы будет необходимо. Подожди, должны стоять, это утро, лето. А, ну все, хорошо, отойдем. Ну вы женщина, ладно, я вас не снимаю. Вы объект непринужденный, видеофиксация. Все понятно. Мы уберем. Люди тоже не запечатлены. И вы не запечатлены. А мы разве спорили в чем-то? Смотрите, вот сюда вот идет изображение. На сникерсы. Еще раз наденьте маску. Ну я руки освободятся, сейчас поставлю на прилавок. Вот корзиночка стоит, идите. Так, руки же тоже. Уберите, руки на руки же тоже будут заняты. Видите, как масочники рьяно охраняют свои права. Молодой человек. Ну я же не виноват, что здесь люди тоже очень много берут. Делаем, сделаем. Выйдите отсюда, потому что вы не имеете права находиться без маски. Честно, бесплатную маску предоставите мне? Бесплатную маску предоставите мне? Предоставим. Ну и все, одену, как только предоставите. Да? Конечно. Молодой человек, как бы я понимаю, с юморком. Да, конечно, с юморком. Мы же все тут люди. Сережа! Я же такой же, как и вы. Сереж, а тут мужчина, не знаю, кто ведет себя юмором. Нормально, стою просто и все. Маску просто мне сейчас дадут, я одену ее. Все, мужчина. Видите? Да я даже вас не фиксирую. Вот смотрю, видите? Ой, я не тут. Снимаю сникерсы. Значит, мне какие-то люди. Я просто вас веселю всех. Чего вы такие? Не отвечаю, что я не коронавирусная. Да, у меня есть тест. Вам? Да. Сейчас покажем. Конечно. А все покажут мне? Вот сказал врач, главврач сказал на тот момент, главврач, что маски носят только коронавирусные. Не только коронавирусные. Нет, это его слова, это не мои слова. Нет, слова главврача. Я же с вами не спорю, не успоряю. Вы что, вы хотите, чтобы мы все одели цаки? Давайте я вам скажу ку. Ку. Девушка, девушка, ну, пожалуйста, оденьте на нос, пожалуйста, маску. Вот, поглубже, вот так вот, как я, смотрите. Вы что, блядь, издеваетесь? Я нет. Сейчас охрана вызвалась, отсюда выкинула. Нет. А почему вы считаете, что я, блядь? Потому что вы грубите мне стоит. Нет. Я с вами я грубил. Объясняю. 460 рублей. Дайте еще пачку красного Максима. Вот, женщина такая, видите, как разговаривает. На фене. Разговаривает такие слова, говорит. С такими, как вы, извините, по-другому. Да, вы что? Блядь, у меня обозвало. Надо же. Кем еще раз? Ну вы же сказали только что в камеру все это. Иди, пока ножки. Ладно, спасибо. Спасибо. Дай пакетик. 5 рублей. Ну, давайте с пластика возьмем. Что ж делать-то? Как так разговаривать? И мы же вроде люди, или вы не люди? Ну, вы же... Пожалуйста, в другое место, там. А можно это, положить в пакетик? Вы сами купите. А я купил... Говорите. А. Ай-яй-яй. Видите, как бывает? Зато предоставили бесплатную маску. Вот хороший человек, вот это я понимаю. Хороший человек. Вот. Ну, конечно, грубит, но ничего такого страшного в этом нет. Многие грубят люди. Ну что же сделать? Но мы же. Это же не повод для того, чтобы нам быть не люди, правильно? По отношению к тем, кто не люди, хочет себя позиционировать. Это их личное дело. Поэтому я призываю всех к спокойствию. Маску одеть. Ну вот одел я маску, да. Нацепил я ее. Сказал ку. Ну, меня обозвали, блядь. Надо же. Ну, вообще никак не скажу. Под данной синоним. Друзья, ну, весело мы живем на самом деле. И как бы оно ни происходило, куда мы заходим, зачем мы заходим, берем мы колбаски или берем мы водки, независимо для себя или для кого-то еще. Ну, это же не повод для того, чтобы нам из людей сразу вдруг стать нелюдью. Друзья, город Энск, у нас весело.